так. Вот сейчас хорошо. Во-во-во, хорошо. Вот хорошо. Попробуй вдоль стеночки переходы, шаг рысь. Только за повод не тяни. Садись в седло и притормаживай его спиной. Хорошо. И теперь также аккуратненько. Ага, молодец. По следующей длинной стороне еще раз так же. Пусти, пусти перед. Ага. Активнее, активнее шаг сразу, не давай ему засыпать. Еще раз рысь шаг, но постарайся, чтобы он в шагу сразу шел. И пошел, и пошел, и пошел. Хорошо. Хочешь, можешь попробовать галоп. По длинной стороне мягкий переход в рысь. А. Но это ты для него как-то... Ему такие еще... На галопе 20 метров он ездит. Да, вот это. Хорошо. Хуфслах волхен. Галоп. И еще вольт 20 метров. Хуфслах волхен. Переход в рысь. Переход в рысь. Спиной, спиной. Хорошо. Диагональ.
Подожди, куда ты едешь? То же самое в другую сторону. В углу галоп. Вольт 20 метров. Хуфслаг Волхен. Вольт 20 метров. Хуфслаг Волхен. По следующей длинной стороне мягкий переход в рысь. Следующей длинной стороне мягкий переход в рысь. Только спиной. Назад и спину, спину, спину. Полуодержку. Half-halt. Хорошо. И рысь, 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 рысь. Хорошо. Попробую еще раз в углу галоп. По длинной стороне переход в рысь. Хорошо. Чего спиной? Не, полуодержка. Ну как, Полина, он еще к тебе не привык. Ты первый раз едешь, для первого раза прекрасно. Ну попробуй тогда переходы, рысь, шаг, чтобы он привыкал, как ты делаешь. Попробуй сейчас на шаг спиной. Полуодержка. Хорошо.